Кара, сразу получается, будем направо и потом сразу потом влево. Потом налево, да, ну как Кара, пацан. 140 подъем. Вообще он там очень далеко. Далеко. Да, да, ну, удобнее по долине. Я думаю, вот здесь можно прям развернуться. Сразу выпустимся. На выше компрессор по высоте не хватает, не стоит они воздух сжимать на такой скорости. До 7 есть, там где-то примерно дало, там 7500 где-то. Грубо говоря, пагода вот она. Я вот эту горе прям максимально прижимался с другой стороны. Вот пага так корректирует, как я начинаю разворачиваться. Можно, в принципе, закрывочки на 40 выпустить. Обеспечить себя меньше скоростью. У нас будет 147 так. А там есть спирт, где интересно развернуться? Да, там должно быть, там тоже со стороны садятся. Вот так прямо. Здесь просто интересно попробовать по ручке писаться. Да, вот здесь прямо сворачивается. Закрыл поменьше. Четко все выверен, блин, на этом повороте. Прям скорость, света. Там, да, там вот эти 19, у них и скорости меньше, во-первых. И длина меньше. Радиус разворотов меньше. На них-то попроще. Специально подготовленный самолет. Немножко другое. Спасибо.
там все оружие. А, ну так и так. Самолет сюда посадить, это уже на самом деле достижение. Учитывая, что за коротыши легенькие летают, оборудованы мощными двигателями, дополнительными компрессорами.